третьей части выставочного проекта «Ленин от первого лица. Практик революции Владимир Ильич Ульянов-Ленин» предстает перед нами как государственный деятель, лидер партии, практик, созидатель, творец. Эта часть посвящена наиболее острым вопросам, актуальным и сегодня. В чем секрет эффективности созданной им политической партии? Как, отказавшись от идеи государства, построить новое? Первое социальное государство в мире – идея и реальность? Это самая важная часть из всех частей, потому что, конечно, венцом деятельности Ленина являлось создание уникального, нового, невиданного в истории государства. Немного руководителей, вождей, я бы сказал так, уходили из жизни, а эта тема тоже у нас сегодня рассматривается, уходили из жизни, оставив за собой мощное государство. Выставка поделена на 5 условных разделов: истоки, формирование политического лидера, вождь революции, Ленин во главе СССР и политическое завещание. Центральными экспонатами каждого раздела стали картины, иллюстрирующие периоды политического становления Ленина. Посетитель сможет впервые ознакомиться с работой Александра Киселева, Александра и Владимира Ульянова на Волге и увидеть работу Павла Судакова в штабе революции. Интересен, например, портрет Ленина, выполненный художником Шафраном в первые дни советской власти. Как раз он называется «Ленин, Смольный, 25 октября 1917 года». Мы привыкли Ленина увидеть со своей бородой, а ведь в те дни Ленин таким не был. Всего экспозиция включает более 250 экспонатов. Среди них много книг из библиотеки семьи Ульяновых. Подлинные документы, произведения искусства, скульптуры, которые ранее не выставлялись. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Управда ТВ.